Приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего YouTube-канала. У нас сегодня на обзоре монетки Нидерландии правления королевы Беатрикс. Вот. Эта серия из... Это видео есть одной из частей моих обзоров монет из 300 монет, которые лежали у меня как бы в наличке. И сегодня так кратко посмотрим, что же здесь у нас попало. В принципе, здесь из этих монет ничего такого сверхъестественного мне не попалось. Но, в принципе, там ничего такого сверхъестественного монет из этого периода нету. Так, и начнем. У нас 5 центов 98 года. Вот. Беатрикс. Королева Нидерландов. Такая вот монетка. Стоимость у нее является почти 4 гривня. Каталожная цена. В принципе, ничем такая уж необычная. Так, 10 центов. 89 год. Каталожная цена монетки. Почти 3 гривня, чуть больше. Чуть больше 2 гривен. В таком состоянии, конечно, сами видите. Вот, так что такие вот монетки. Следующая у нас монетка, это у нас 25 центов. Вот. 92 год, это у нас больше, чуть больше 5 гривен. Вот. Нидерланды. Следующая это у нас 85 год, 6,50, 6 гривен, можно так сказать, стоимость. Вот. И 87 год, это у нас 5 гривен. Каталожная цена этой монетки. Так, что же у нас дальше будем показывать? Следующее у нас на обзорки. Это один гульдинг. Их у меня здесь 4 штучки. Вот они такие побольше. На вид все практически одинаковые. Никакого сверх тут. Сверх красоты в них нету. Простые монетки. Это 93 год. Является интерес только для коллекционеров. Коллекционирует по годовку. Вот есть надпись. Вот один цент. Ой, один гульден. Извиняюсь, один гульден 93 года. Каталожная цена у них выше 10 гривен. Что у нас еще здесь попалось? Здесь что у нас попалось? 82 год. Каталожная цена данной монетки 14 гривен. Как бы цена уже такая побольше, повеселее. Вот, ну я же говорю, монетки ничем такие не отличаются, ни красотой, чтобы представлял какой-то такой уж супер интерес нумизматов, кто любит коллекционировать экзотические монеты. Вот. 92 год у нас уже был, 10 гривен. Еще одна такая вот монетка. В неплохом таком, не сильно зацарапанная. Вот. Один гульден 86 года. Каталожная цена чуть выше 11 гривен. Диски доходит до 15. Так, что же там дальше на очереди? У нас идет 1/2 гульден. 85 год. В принципе, одна из самых тут дорогих монет. Это каталожная цена 21 гривня. Не, ну есть там и начинается 91 по 97, там идут 45, 61, вот, гривни. Ну вот это вот, что у меня здесь попало, самая дорогая, вот это вот, 21 гривня. Так, и последние у нас монетки, это 5 гульден, материал, кстати, у нас никель полностью покрытием, 90-й год у меня их здесь 2.
такая вот толстая монетка. Вот, 90-й год у нас по каталогу, 10 гривен, чуть больше 10 гривен. Так, и 88-й год, тут уже есть надпись, а тут тоже есть надпись, да, на этой монетке тоже надпись. Вот, так, и 88-й год у нас, каталожная цена, вот, чуть-чуть выше 9 гривен. Ну и напоследок, последняя монетка из сегодняшнего, так сказать, обзора. 89-й год. Самая такая вот, можно сказать, из этих 5 гульденов, самая дешевая. 6 гривен каталожная цена. 89-й год. Так. В принципе, такой вот кратенький обзорчик, что же попалось из этих 300 монет по Нидерландам. Были мне попередние видео. Вот Нидерланды. Вот. Сейчас у нас Нидерланды, правительницы Беатрикс. Преднее видео было правительница Юлиана. Так что будет еще много видео. Еще не все монеты показал, что попадались. Я их еще сам толком не смотрел. Может, что-то есть интересное, покажу вам. Следующее видео у нас будет комплектоваться. Вот, несколько стран в одном. Вот, чтобы было более, как бы, видео и больше показать. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Всем пока.